Алгебраическое выражение – это запись, составленная со смыслом, в котором числа могут быть обозначены и буквами, и цифрами. Также она может содержать знаки арифметических действий и скобки. Любую букву, обозначающую число, и любое число, изображенное с помощью цифр, принято считать в алгебре алгебраическим выражением. Алгебраические выражения, входящие в состав формул, могут применяться к решению частных арифметических задач, если в них заменить буквы данными числами и произвести указанные действия. Число, которое получится, называется численной величиной алгебраического выражения. Из этого легко сделать вывод, что одно и то же алгебраическое выражение при различных значениях входящих в него букв может иметь различные числовые величины. Выражение А, Б, С при А1, Б2, АС3 равно 6, а при А2, Б3, АС4 равно 24 и так далее. Как видишь, все достаточно просто. Подписывайся, и ты узнаешь больше.